И всем привет, меня Александр Навасов, сегодня я играю в Far Cry 5, это редактор, уничтожение домов номер 12, штурм, MP5, SD, кошка, все, начинаем. Возрождение. Погнали, блин. Все. Итак, мы продолжаем ту миссию, которую мы начали, я только что скачал эту миссию, как ее назвать? В общем, мы пробрались оттуда, вот оттуда. И, в общем, нам надо теперь ниже, так как туда мы попасть не можем никак. И поэтому в этом весь минус. А мы могли слазить и туда. Но нам нужно вниз. Или куда нам нужно? Туда? Туда я никак не пролезу, там нет кошки. Это минус. Ну да ладно. Давайте, что нам надо здесь сделать? Смотри, там кто-то стоит. Давайте обойдем. А, я же могу спрыгнуть, точно, я так и сделаю. Покажу хоть как это делается. Тихо. Так, там двое стоят, разговаривают, что-то делают. Тихо. Где там этот угол? Так, как только у меня показывают эту фигню. Сейчас. Так, чтоб я мог спрыгивать. А надо на кошке спрыгивать, а так как я... Блин, ладно. Так, еще там кто-то съел. Прикольно пока что все. Не понял, что произошло, конечно. Ну да ладно, я двоих завалил. И третьего там. Окей. Нам не, нам не потребовалась кошка. Еще кто-то. Один. И там кто-то еще. Убил я его или нет? Ну да ладно. Спрыгиваем дальше. А, блин. Ну да ладно. Патроны. Так. Надо было пистолет взять. Блин, я еще раз упал. Нифига. Ну да ладно. Так, дальше спускаемся сюда. Видимо, да? Exit. В exit идем. По exit. А это что такое? Это вода, что ли? А в смысле, куда плыть? Exit, exit, exit. Так. В смысле, что так далеко плыть? Да ладно. Давай, 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 давай. Так. Так. Убиваем его сразу. Да, что он здесь стоял? Так, что здесь такое? Труба? Тогда я в трубу. Пусть будет труба. Тогда ладно. Пойдем в трубу. Что там такое было? А, ну да, мы же пролезли в бункер, и поэтому здесь должна вот в этой фигне где-то примерно быть. Нет, там... Ладно, там не видно. Получается, здесь в щелках можно увидеть, что там происходит на карте. Где мы вообще находимся. Потому что я не знаю, где мы находимся. Видимо, где-то под картой. Потому что мы спрыгнули далеко, и поэтому, блин. И так было там низко. Так, что там можно увидеть? Деревья? В смысле деревья? Деревья. Там какая-то фигня. Ладно, неважно. Мы проходим миссию, не смотрим. Какая-то грязная труба. Хотя бы здесь нет воды, и то радует. Опять какая-то щелка. Тоже деревья. Или это не деревья, я не знаю. И куда мы вообще лезем, я не понимаю. Сейчас посмотрим. Вот, это вообще щелка, смотрите. Камни? Что за камни? Или бетон, или что это такое? Так, еще одна. Еще бетон. Ребят, это бетон какой-то. Так, еще бетон. Какие-то камни уже пошли, ребят. Так, там опять. Так, а здесь уже, видать, что такое новенькое. Так, это тоже деревья какие-то там были. Так, а здесь точняк деревья, то закрыто. Или что-то, может как-то пройти? Уже какие-то загадки пошли. Так, я вышел, здесь деревья. Что, встать никак? Хочу мне вниз или куда? Ого! Тут еще какая-то фигня. Пролезем, посмотрим. Тоже закрытая фигня. Что там? Кошка? А в смысле куда? Вниз надо? Да внизу закрыто, чё? Так, тут тоже клетка, тут клетка. Клетку нельзя сломать, нет? В смысле как? А я могу это пробить как-нибудь? Или мне сюда не надо? Потому что здесь не клетка. Тут видно то, что здесь не клетка. Так, а чего как забрать? А, вот кошка. Забираемся обратно. Так. Нифига.
Не, ну сюда точно я не пролезу. Нет, сюда явно не сюда надо. Так, полезли. Что-то очень длинная труба какая-то. Нет, там врагов ли? Потому что я уже наготове стрелять прям. Если кто-то будет. Потому что у меня нифига ни пистолетов, ничего нет, смотрите. Так. Только это фигня. Есть какая-то это. Опять бетон. Что такое? Мне кто-то палит. Блин, нифига. Ого. Огнеметчик? Вы серьезно? А что это было? Какие-то скамейки или что такое? А где он теперь? Ого, там двое. Двое, да? Ну, сейчас как-нибудь из угла вот так вот убью и все. Так, сейчас спокойно выйдем. А чё, как выйти-то отсюда, блин? Чтоб ты там взорвался, гад. Пролезаем. Это скамейка, ребят. Это... Ничего необычного, здесь просто скамейка. Ломаем ее. Так, здесь пробираемся. Так, у меня один патрон остался, да ладно. Теперь ноль. Смотрите, здесь какие-то, смотрите, тут тоже какой-то бункер, то есть мы пролезли через какую-то фигню. Так, здесь какие-то коробки. Так, а что, куда дальше? А, сюда, понятно. Смотрите, здесь валяется какой-то мужик, которого мы убили. Пулеметчик, в смысле? Что-то все переломанное. Тут только один мужик, это что-то пулемет, смотрите, валяется. Огнемет валяется вот подо мной. Огнемет валяется. Пулемет валяется вон там. А здесь автомат с пистолетом. Значит, их трое было, блин, капец какой-то. Все, мы прошли. Ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был Александр Навасов. Ставьте лайки и пишите комментарии под видео. Мне как-то эта карта не очень понравилась, потому что долго не выходили карты, и то, что я вот здесь поиграл, мне эта карта не особо понравилась, но то, что бункер, уже какая-то была загадка, что куда идти, куда что делать, это было бы уже немного интересно. Но все же, что-то не то, что-то мне не понравилось, слишком мало врагов, уже вторую миссию... Так мало врагов, все это происходит на одной карте, это как-то странно. Нет, мне эта карта не особо понравилась, я ей ставлю, ну, если оценивать из 10 баллов, то я бы поставил этой карте, наверное, 5 баллов, потому что, ну, не хватает, ну, слишком мало там вот это вот место, то, что там маленький бункер, да еще он непонятный, надо куда-то лазить. Мне не понравилось то, что тут мало врагов, как я уже сказал. И враги что-то очень изичные, которые я просто так перебил, у меня даже патроны остались. Вот мой вывод, который я даю на эту миссию, на, получается, 3/4 миссию Far Cry 5 редактор от автора очень хорошего. Ну что ж, буду ждать следующую миссию, ну и всем удачи, и всем пока.